А сейчас я вам расскажу все самые свежие новости от разработчиков Mushroom Wars 2. Друзья, у нас близится новый ивент, на этот раз он будет называться «Пиратское приключение». Концептуально он очень похож на наши зимние и летние ивенты. Первое, что вам необходимо сделать, это заполучить билеты ивента, так называемые жетоны. Для того, чтобы их раздобыть, выигрывайте обычные рейтинговые матчи, игры в режиме 2 на 2, смотрите рекламку, ну или же просто приобретите билеты в магазин. Набрав нужное количество, вы сможете вступить в специальные поединки ивента, побеждая в которых, вы будете получать кубки. Кубки же, в свою очередь, открывают доступ к огромному количеству наград, среди которых золото, гемы, руны, артефакты, сундуки с артефактами. Нам доступно два варианта. Бесплатный, доступен вообще для всех игроков, где главный приз 100 рун. И пиратский, приобретая который, вы открываете доступ к полному списку наград, где главный приз – шикарный скин на Айна. Пиратское приключение стартует уже в конце этого лета. Летим дальше, друзья! Близится следующее большое обновление, друзья. Оно будет называться «Артефакты 2.0». Уже из названия мы понимаем, что оно будет связано исключительно с нашими любимыми артефактами. У нас появится новое сооружение, которое будет называться наковальня или же кузница. Именно там мы сможем крафтить новые классные артефакты. Появятся две новые игровые валюты. Это осколки и глифы. Осколки вы будете тратить для создания артефактов кузницы, ну а глифы же вам нужны для модернизации самой кузницы, которая сможет производить еще более мощные артефакты. Кстати, разбирая уже имеющиеся артефакты, вы будете получать осколки для создания новых. Новые же артефакты вы сможете одевать совершенно на всех героев, но их специфические свойства будут работать только на определенных. Также, друзья, будет пересмотрен баланс уже существующих легендарных артефактов. Как вы все, наверное, уже знаете, у нас стартовал конкурс бюджетного косплея. Конкурс продлится до 7 августа. Друзья, принимается вообще все. От разрисованного пальца ноги в виде грибочка до полноценного костюма в человеческий рост. Да хоть всей семьей сфоткайтесь в костюмах целой грибной расы. Разрешен любой инвентарь, краски, бумага, кастрюли, все что угодно, друзья, полет фантазии не ограничен. Создайте свой образ, сфотографируйтесь и пришлите нам в Discord на канал Cosplay. А мы объявим победителя и поздравим всех участников на следующем глобальном турнире. Помните, друзья, победить может каждый, а главный приз – 1000 гемов. Кстати, о следующем большом турнире. Он состоится 15-16 августа в режиме 2 на 2. Друзья, гарантированные призы вообще для всех участников. Это гемы, золото и руны. 8 лучших команд поборются за звание суперчемпионов уже во второй день на прямой трансляции. Напоминаю, друзья, что все соревнования у нас сейчас проходят в турнирном режиме, а это значит, что все зависит только от вас. Ищите себе напарника, много и усердно тренируйтесь и регистрируйтесь на сайте Battlefield. Станьте новым чемпионом Mushroom Wars 2.